Привет, друзья! Помните, я рассказывал вам, что 18 декабря у нас родился совершенно замечательный малыш у нашей собачки Майки. Маленький совсем. Еще слепой и почти без шерсти. Майка, не бойся. Вот такой малыш, похожий на Майку и на пеструна одновременно. Он же растет. Ему уже 2 месяца исполнилось. Уже 2,5. И скоро будет 3. В этом видео несколько съемок от 2 до 3 месяцев. В основном, конечно, за ним сторожа ухаживают. Но я его тоже навещаю каждый день и понемножку снимаю, как он растет. Растет, как на дрожжах. Это вот февраль, у нас самые морозы стоят. Ой, как он бегает красиво. Он молодец, а? А Майка, смотри-ка, ревнует, к собственному сыну ревнует всех, а? Его, оказывается, нельзя с ним играть, потому что Майка его ревнует, а? Да хороший парень такой, что ты? Майка, это же твой. Майка, ну ты-то вообще же молодец, мы же тебя любим тоже. Что ты, Майя, это же твой, что ты ревнуешь-то, а? Что нам уже даже с малышом поиграть нельзя, а? Ты ревнуешь, что ли, а, Майка? Ничего себе! Молодец, он как носится, а? Ух и здоровый кабанчик стал, а? Сегодня морозец, термометр показывает 30 градусов. Но ветра нету, солнышко, и на самом деле кажется, что тепло. Удивительно. А может, после того, как ветер ушел, сегодня кажется прямо тепло, но я даже не верю, наверное, не 30. Какой красавчик. И еще пару неделек прошло. Наконец на улице потеплело. Ничего не поднимешь даже, а? Не поднять такого богатыря уже, а? Богатырь, ничего себе. Всего 2 недели прошло, а перемены разительные. Ну, совсем взрослый пес становится. Красивый такой становится. Пузатый. Хороший у тебя парень, а? Хороший парень у тебя. Да? Хороший парень. Хочешь, чтобы его тоже, чтобы его ласкали, да? А кто такой красивый-то, а? Вот какой пузо красивый, а! Как он, ничего себе, как он бегает! Ух! Вот как он с мамкой бегает, а! Вот какая парочка славненькая! А говорят, что мамка плохая, да мамка отличная! Время пришло, она перестала кормить такого лохматулю маленького. Майка хоть до сих пор и ревнует малыша к нам, но видно, что она его очень любит. Еще неделька прошла. Да сколько сегодня у нас? Сегодня 9. Получается, уже через, скоро будет 3 месяца. Через 8 дней будет 3 месяца этому парню. Вот какой здоровяк. Вот. Че, твой? Твой. Твой красавчик, да? Ой, какой. Ой, хочет вырваться. А мы не пустим. Мы не пустим такого. Щенок уже подрос. И его можно не только потискать, но с ним можно уже и поиграть, можно с ним уже и побегать. Пора тебя уже дрессировать, воспитывать пора, а? Надо ему ошейник, поводок. Уронили дипломат мне, да? Уронили? Ха-ха-ха, какой ты. Такой мягенький прямо, приятненький, а? Такой мягенький. А вот здесь малышу уже исполнилось 3 месяца. О, вот так Буся. Вот так Буся. Ничего себе Буся тут у нас вымахала. Ой, да кто это гавкает-то, а? Вы люди увидели, какой он стал здоровяк. Вот какой. Ой, такой приятненький. Так вкусно пахнет, а. Супом. Не знаю, таким, знаешь, здоровым, такой щенячьим таким запахом. Таким приятным, таким не вонючим, а таким вкусненьким, приятненьким. Таким вот потискать. Ой, мурчит. Мурчалка такая маленькая. Молодцы. Так, надо тебе уже ошейник, надо команды уже учить. Еще немножко выросли. Вот это богатырь. Удивительно. За недельку собака вырастает так, что кажется, что это уже другая собака. Я за него чуть не падаю. Спотыкаюсь. Ничего себе. Горевый как там мясо. Мужик такой, а. Ничего себе. Вот это да. А то говорили, он даже не ходит. С ним нельзя уже, с таким сильным. На крылечке стоим, летящик принес. Летящик принес ключи. Так он на него вов. Так он там в гараже гавкал как. Цвет приятный такой у него, а? Псавчик просто. Пока махай. Интеллигентный такой, мордашка. Мы скоро тебя выучим всяким. А, какой. Ой, пузя. А я думаю, у меня муська беременная. А вот кто у нас беременный, а? Я вот не курю, и вместо перекуров просто выхожу на улицу со щенком поиграть. Так классно. Просто замечательный парень. О, так 5 раз кормим. Толстое мясо. А вот и маечка пришла. И перчатки рвет. Скоро мамку догонит уже и перегонит, а, по размеру. Хорошо ему все здесь. Вольно. Кот-то где? Не знаете, у вас?
Хартик в гараже. С утра там. Ну, видите, хватка какая. А вот мы уже начинаем отрабатывать команды. Самую главную команду ко мне. Пусть, ко мне. Вот молодец, а. Вот ко мне, вот молодец. Как он выполняет команды, молодец. Гуське нравится, когда его теребят, тормошат, чешут, гладят. А заодно и осмотреть, все ли в порядке. Вот он какой, вот лапы какие, ого, какие могучие лапы. Вот это лапы. Майка практически ревновать его перестала. И теперь они прямо друзья неразлучные. Сегодня уже какое число? Скоро уже 3 месяца этому парню будет, а? Конечно, лучше всего он знает наших сторожей. Они же его кормят. У нас сторожа все уже не молодые люди, но с собаками играют, как мальчишки. Ой, какой заснеженный, а. Лапы толстые. Лапы толстые, сильные. Вон какие сильные лапы. Во, какая грудь. Ого-го. Чуканя, вон, сосулька замерзла. Вот такой у нас парняга отличный растет. Заходите к нам еще, я вам буду периодически рассказывать, как растет этот малыш и как он дружит с нашими котами. Может, она по мордасам тебе нахлопает. Точно, она хочет так сделать. Да? Марусь, ты что хочешь нахлопать, что ли? Щенку снизу. Ну, смотри, какой веселенький. Кот, конечно, щенка не боится, а Муся, она же девочка, она побаивается эту собачку. Она вообще трусишка. Гусь, ко мне! Молодец. А еще расскажу вам в следующих видео, как щенок общается с шиншиллами. Так что обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!